Сохранение искусства вне политики является хорошим знаком. Его призвание – объединять, а не разъединять. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с театральными деятелями. Встреча проходит как раз в эти минуты в Ярославле. В театрах соединил музыку, вокал, живопись, танец и стал, наверное, самым популярным таким многогранным видом искусства. Отличается уникальной способностью к постоянному развитию и обновлению. И даже в век интернета не утратил своей актуальности. Почему? Потому что он живой организм, откликается постоянно на злобу дня. Влияние театра на общество, на культуру в целом, безусловно, колоссально, огромно. И, можно сказать, прямо это, с одной стороны, определяет большую заинтересованность государства в развитии и поддержке театрального искусства, а с другой повышает ответственность самих деятелей театра за результаты своего творчества.